Простая микроволновка без дополнительных функций для разморозки и разогрева. Перед нами микроволновая печь Gallens, модель MOS-2001NB. Комплектация стандартная, сама микроволновка, роликовое кольцо, поворотный стол и инструкция. Микроволновка средних размеров, 48 см в ширину и 28 в высоту. Модель выполнена в универсальном черном цвете и удачно впишется в любой интерьер. Дверца открывается с помощью большой ручки. Сзади на корпусе находится вентиляционное отверстие, шнур и наклейка с технической информацией. Дисплея у печи нет, панель управления простая и понятная, состоит из двух поворотных переключателей. Верхний регулирует уровень мощности, всего их 6. Нижний переключатель отвечает за время подогрева. Максимальное время приготовления 30 минут. При этом до 10 минут время выставляется с интервалом в 1 минуту, а после 10 с интервалом в 5 минут. После установки мощности и времени печь включится автоматически. По завершении работы прозвучит звуковой сигнал. Объем внутренней камеры 20 литров, она покрыта эмалью, которая легко очищается от загрязнений. Диаметр поворотного стола 24,5 см, подойдет для больших тарелок. Мощности 700 Вт хватит для быстрого подогрева. Тип этой модели соло, то есть нет встроенного гриля или конвекции. Внутреннюю камеру нужно периодически очищать мягкой тканью без абразивных средств. Стеклянный поворотный стол можно мыть в посудомоечной машине. Что в итоге? Микроволновка Gallens MOS-2001NB подойдет для дома, работы или дачи. Она проста в управлении и отлично справится со своими основными функциями – размораживать и разогревать продукты.